Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан, уляля, что за сайт? Вот эту хуйню с Даймондом я не на подкатах записал. За пару дней до этого я просто демку записал. Это шоу. Я сам себя разоблачил в своем пиздеже. Блядь, шоу у меня мерцает! Я сам себя разоблачил в своем пиздеже. Но я точно так же ее записал, типа, за 10 минут эту демку. Пару дней до этого и такой, так, на подкасте надо что сделать? Ага, ну сейчас, типа, я написал трек. Я помню, но я этого не говорил уже. Как ей было приятно от того, что она, я помню, типа, ей так было приятно, что для нее написали трек, это вообще не про нее. Это просто, типа, лирический герой. Неловко, конечно, я извиняюсь, но такова жизнь. Это лучше бы не говорил, да, похуй. Оно только создалось.